заряжен, я смотрю, да? Настрой у нас заряженный вообще. Сегодня мы найдем трофейчики там свои. Там интересные места есть у нас? У меня тоже есть. Аксакал обещал там нормальные места показать. Миша, сегодня Наиль сама дернет по-любому. Уверен в этом. А там уже определимся, где. Привет. Что, за тобой едем? Ты наш вожатый сегодня. Ну давай, за тобой, давай. Пацаны пока обсуждают, куда поедем. Ну, Аксакал, сегодня ты обещаешь, что возьмешь сама? Блять, буду. Ну все, позор заметен, теперь не скроется. Зафиксировано. Куда ты нас привез? Несносный дед. Сусанин герой. Идите вы нахрен. Я сам здесь впервой. Пацаны здесь разложились. А там над Ищевой яме. Сюда не знаю. А смотри, а вот здесь. Че, пацаны, как настрой? Нормально, бомбу. Курение убивает. Спускаем лодочку. Как вы там, пацаны? Уй! Что за слово уй, Наиль? Ступеньки нету, блядь! Лодку спусти. А, да, здесь без ступеньки, да? Ну, у нас уже наступил, провалился. Не видно же? Это спуск. Жесткий. Наиль, как ты там это на ступеньки упал? Нормально все? Ничего не болит у тебя? Я на лодку упал. А лодка упала со мной. Угадайте, на кого? На ступеньку. Ну что, давай за рыбалку чокнитесь, что ли? Был бы чем. Радмир командовал. Ну, не может больше. О, да ладно, сказал. Ныряние по команде. Да вот ты начал, а? Смотри-ка как. Мне, говорит, нормальный спуск. Сам с камерой прет. Нормально, мужики, да что, спустимся? Наиль, спортсмены, да, в итоге Мишу первого отправили. Если падать сверху, мы можем сгруппироваться, а Миша-то не может. Но мы видели, как ты сгруппировался. Красавчик. Я сразу за лодку схватился, чтобы с ней ничего не случилось. Да какой на лодку запрыгнул сразу, что ты там, там видео все видно. Чтоб а со мной то так бы она в воду и уплыла бы, представляешь? Ну да, сказки здесь я уже слышал такие. Into the infinite.
Наиль сама взял килограмм на 10 где-то. Сейчас помогу ему отпутать. Что, хороший сок? Килограмм. Я думал больше, отпустили, чтоб он вытащил. Вот по домой на сам. Не, замернешь. Да, конечно. Знаешь, что сейчас сделаю? Я его стрельну сейчас, а там обрежу тебя. Лень выдеру и заберем. Нет, я понимаю, я не знаю, где стрела застрял. Там кто стрелой разобрал. Сейчас я разберусь. То найти не можем, то вытащить не можем. На, тяни лень. Взял? Ага. Да нет, вот такой сомик. Где-то килограмм сколько? 12, наверное, да? Где-то так. Так вот. Неплохого сомика Аксакал бахнул. Наиль, как ты взял этого сама? Не важно, как я его взял. Главное, я дал слово. Мужик сказал, мужик сделал. За базар ответил, да? Да. Теперь отстаньте от меня, я буду спокойно охотиться. Мошки, блин. Да вообще, с почином ты. Возвращаемся домой! Закончилась наша охота. Ребят, как вы? Довольны? Недовольны? Так себе. Прозак единственное порадовал. Ну, взяли вот такого сомика. Аксакал сегодня всем показал. Вот его сомик. Красавчик.
Что было в начале видео? Сказал, сделал. Сказал, сделал. Красава. Мужик, держи. И вот еще. Ну так, бели достреляли. Тоже сомик. Сомик где-то этот, наверное, десяточку. Порочек поменьше, килограмм 6-7. Ну, в принципе, не без рыбы, да, парни? Чего уж, в пустыне возвращаемся. О, наконец-то моя очередь чая. Потерял трубку сегодня. Бывает. С коряги выныривал, да. Бам, трава, блин, дал по траве, и трубка ушла. Не проще день сегодня, потому что мне дали камеру. Тут раз, кстати, на Илю дал я камеру. Я не обламывал. Я по нулям. Потом сказал, нет. Ну так, кстати, два дня. Два раза, да? С камерой же. Как? Она заколдована. То ли дома не рыба, то ли, блин, как включать эту камеру. Рыба отпугивает. Оператор подводный. Это то же самое, как сапер, блин, мин разминирует. Ошибка, и все, рыбы нет. Да, да, это точно. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем хорошей охоты, друзья.